Здравствуйте. Здравствуйте. У нас тут ремень ГРМ наебнулся. Нет, он слетел как бы. Что-то этот не крутится, не, это шестеренка, блядь. Ну этот чувак же сказал, да что... Да он, блядь, какой-то мудозвон. Это Саня второй, блядь, слышишь? С сервисом. Ну не факт. Снимаешь? Да. Мы блок снимаем. Вот, это 14-е. Вот, а сними колесный диск, он в канализации. Да, он чуть-чуть в какашку. Так что пусть хозяин снимает свой колесный диск. А, кстати, да, обращайтесь в нашу техпомощь, выезд по Москве, Московской области, вот 2000 рублей. Мы просто приедем, посмотрим, посочувствуем и уедем. Все, можем покурить у вас, пошли посидеть. Попить пиво. Да, пиво. Ну вот, вот да. все, он встал прям, четко. Да, слушай, на метку лег. Да. От души, во. Вот, заебись. Нет. Чуть-чуть это. А она не, ты ее не... поставь что ли передачу хотя бы. А мы сейчас, блядь, нахуя. Глухонемой, да, парень? Да. Ну да, понял. Вон там, нам глухонемой парень помог оттолкать машину. Мы стояли в говне просто. Да, это 14-е за 70 тысяч рублей. Потом будет обзорчик машины. Да. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Да, вот на его канал подписывайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Заказывайте пиццу в Дон Драконе. Да, компания Дон Дракон, в офис, обеды вкусные, ланчмастер и все остальное. Кушайте. Это продукт плейсмент. Ну вот, мы сняли шкив генератора. Вот такой шкив, да. Можно смотреть сквозь него. Да, видно. Вот, смотрите, как это там все внизу выглядит. Правда, не видно? Да, не видно. Ну, как-то так. Сейчас я вам сверху еще покажу. Так. Вот, не забудьте выставить вот эту метку. Ну, вот здесь вот. Наверное, это она. Вот, наверное. Мы не знаем, у нас нет ни книжки, ни интернета. Вот метка сюда, наверное. Я помню, я где-то видел это. Так. И метка в коробке, покажи. И вот, и метка в коробке. Там вот есть такая полоса. Очень видно. Очень видно. Да. Короче, мы обойдемся без метки в полоске. Да, не видно, извините, ну... Ну, короче, вот этот ремень генератора можно использовать как талисман-оберег. Вот так. Вот. То есть это очень удобно. Ни одни «Жигули» не сломаются, если у вас надет ремень генератора. Да, также, где ожерелье мое? Вот. Вот мое ожерелье. Я могу использовать также два. Это двойной талисман. Вот, очень удобно. Да. А так мы вообще стоим почти в новом казино. Наш хозяин вот этой вот. Хозяин машины шел за ремнем пешком. В метро. В метро. Только это. Я не уверен, что это машина. Да, это помоечка. Вот, короче, если это все сейчас заведется. Мы будем заебать в Киеве. Да, мы поедем есть в KFC. Да, потому что наш друг, который шел за ремнем, там работает. Да, и он на работе, скорее всего, останется. Нам придется ехать пешочек. Да, это пиздец. А, еще мы потеряли гайку вот от этой вот штуки. Но мы, у нас есть клей, мы заклеим надежно. Холодный сварочкой. С холодной сварочкой заложим. Тут что-то с прокладочкой, она как-то это, не очень хорошо себя ведет, но мы ее вот так поставим, короче. И вот, нормально, как новенькой, в «Жигули». Да. А газ можно и рукой нажимать. Вот, это, знаете, что вот это, ребят? Это ресивер. Можно тут написать это. Хуй. Хуй. Нет, не получается. У меня жирные руки, конечно, грязные, но не до такой степени. Да. Ну так вот, давайте... Кажется, сейчас пойдет дождь. Что-то подсказывает. Да, что-то не очень все это. Радостно. Это отстой. Пойдемте посмотрим. Осмотрим автомобиль. Нет, обзор надо позже, не показываем главные детали машины. Хорошо, вот смотрите, какой колесо. Это литые диски. В общем, вот такой мотор хороший. Есть обереги, еще раз повторю, вот такие. Их надо носить, если у тебя «Жигули». И мы будем ставить ремень, как поставим. Первый запуск мы на видео запишем обязательно. Либо его порвет, потому что заклинило вот этот вот шкив. Либо, короче, она заведется, и мы поедем. Да, а если она не заведется, нам опять придется 4 километра пристывать до станции. Да, и то... потом, ну, будет, короче, очень плачево. Да, давайте еще посмотрим внутренности этого авто. Вот это вот воздушный фильтр. Не знаю, менялся ли он вообще когда-нибудь. Можно, кстати, его вскрыть и посмотреть. Нет, пока не надо. Надо просто уехать отсюда. Ну давай его вскроем пока. А, бля, нет, заеб, вот это надо. Можно шкив поставить дополнительный, чтобы лучше работало, вот так. И второй генератор. Это на САП будет отдельный генератор у нас здесь. Это новый проект, подписывайтесь, будем смотреть, то есть поставить сюда шкив. На вот этой машине. Да. Кстати, вот здесь можно выцарапать хуй.
отлично. Только не фокусирует. И вот балансировать шкивы, многие спрашивают, как балансировать шкивы? Вот так вот. А его еще надо балансировать. Вот так вот. Наверное, вот я балансирую. А ты думаешь, смотри. А вот тут, кстати, можно послание написать. Для того, кто его снимет в следующий раз. Иди. Вот. Вот, послание оставили слесарям. Иди на хуй, понял, да? Вот такой вот, то есть он снимет его. Ты... Нет, здесь не пишется, кто, кстати, ты пидор. Вот мы собираем все это уже. Заключительный этап практически нашей работы. Да, мы поставили ремень, совместили метки. Да. Вот новый ремень, 600 рублей, Бельгия. А вот хозяин автомобиля. Здравствуйте. Здравствуйте. Ходил за ним, блядь, километров 5 туда-обратно, замерз как собака. Хотя сентябрь. Да, мы тоже замерзли, поэтому грелись в машине. Хотя мне не намного теплее, но хоть не ветрено. Сейчас мы натягиваем генератор. Уберите руку, пожалуйста. Бля, нормально снимаю. Да, это хороший телефон, мы снимаем на iPhone. А вот ездим на Apple. А ездим, да, вот. То есть на iPhone 6 Plus ты нашел деньги, а на это, на... На нормальную машину нет денег, да? Да. Это вообще-то, что ты меня это присираешь? Это iPhone 7, Алёша. Ну хорошо. Седьмой только в Америке, вообще в России нет. Вышел уже релиз был. Релиз был в Америке, у нас в России нет пока седьмых, еще не завезли. Я его с Алиэкспресса довез. Китайский за 5700. Почему он так дешево стоит? Раз и буду снимать еще распаковку, да, это посылок из Китая. Так все делают всякие, ну, не особо умные люди, когда нечего снимать. Они просто снимают посылки и говорят, блядь, смотрите. Бля, Митя, не проще другой стороной включить? В смысле? Чем ты его поставишь? Нет, так вот проще, вот серьезно, поверь, вот так проще. Я уже научен опытом. Ну вот наш чистый инструмент практически. Вот говно на колесе уже высохло почти, и на моих руках тоже. Гадость. Да, и пахнет оно не очень. Это канализация. Здесь вообще пахнет не очень, если честно. Да это... Автоваз в других условиях не ремонтируется. Да, оно все должно быть в говне обязательно. Что под капотом, что вообще. Что снаружи. Проверяем ремень, заебись, свистеть не должен. Бля, не перетянул ты? Нет, не перетянул. Вот, он ходит. Поверни его, попробуй. Он должен, ну, почти на 90 градусов. Ну вот, нормально. Заебись, одеваем. Вот эту надо, вот эту штуку надо сделать. Да, надо найти газ. И подождите, давайте вернем газ. Газ. Так, вот они. Я уверен, это они. Да я пойду гайку поищу. Давай. На 10, да? Давай. Ну вот, мы закончили все это. Прошло где-то часа 3. Говори в микрофон. Заводить можно? Да. А можно, только пока мы тебе подадим сигнал, чтобы заводить. А где он? Что? Микрофон. Я не знаю. А, ну вот. На клемму накидываем клемму. Клемму одевай. Сейчас. Одели клемму. Мы такие чистые, что вообще пиздец. Смотрим. Так. Оп! Все! Давай, газуй! Газуй! Ребята, у нас все работает, машина работает, мы сейчас поедем кушать. Да. Неужели мы поедем кушать? Обереги нам помогли, мы выставили это.